В Первоуральске подвели итоги работы третьей трудовой смены для подростков. Старшеклассники прибирали городские улицы и трудились вожатыми в летних лагерях. За хорошую работу на благо города отряды мэра похвалил глава Первоуральска Игорь Кобец. Очень важно, что ребята приходят и помогают. Во-первых, они, наверное, как минимум научатся ценить свой труд и будут более бережно относиться к тому, что окружает нас. Этим летом в Первоуральске в трудовых отрядах были задействованы более 600 подростков. Им предложили работу уборщиками и вожатыми. Первые наводили чистоту на городских территориях, улицах, скверах, аллеях. Вторые помогали педагогам школы, учреждений дополнительного образования организовать досуг детей в городских лагерях. Трудоустраивать подростков на лето помогают Центр занятости населения и первоуральские организации, открывающие специальные вакансии. В зависимости от места работы, смены в отрядах мэра длились от 10 до 21 дня. В среднем каждый подросток заработал около 5000 рублей. В следующем году администрация Первоуральска планирует расширить количество мест, куда горожане смогут устроиться на летние каникулы. Мне нравится все делать своими руками, поэтому вот я и пошел. То, что деньги свои там заработаю, первый заработок, потому что до этого я ни на какую работу не устраивался. Мне понравилось работать сама, ну, что там прибирать, что в будущем мне понадобится. Вот из-за этого я пошел работать в отряд мэра.